уважаемый Артамонов и у Варкина, не знаю, к кому обращаться по этому поводу. Ну, в общем, хотелось бы ваше немножко внимание, чтобы вы обратили внимание на дороги. Налоги мы платим всегда вовремя, как полагается, но дороги почему-то нифига не делают. На Фрунзе дороги просто ужасные, большие ямы, яма на яме, едем по 20-30 километров в час. Вот, просто ужасно. Был такой случай, когда буквально месяца три назад я попал в ямку на Фрунзе и пробил сильно колесо. Боковой порез у меня случился. Ремонт мне заставил 1500 колеса, 1500 рубля за колесо, боковой порез. Вот. Разбираться в этом, конечно, нет времени, чтобы вернули там какую-то компенсацию, да и практически ее вернуть невозможно. Но попрошу вас.